Ребята, всем привет! Вы не знаете, сколько Майнкрафту лет исполнилось. Кто-то знает, кто-то не знает. Ему исполнилось 10 лет, да. Мы можем видеть много всего в мире Майнкрафта. Я решил сделать для вас специальный ролик, который будет в честь день рождения Майнкрафта. И угадайте, что это. Угадайте! Yes. А сейчас мы зайдем туда. Сейчас я только... Если вы успеете поставить лайк за 5 секунд, то вы царский подписчик. А если не успеете, то уж извините. Так давайте сейчас я это от зомби скроюсь. Господи, так, сейчас, друзья. Чтобы сделать хорошее видео, нам всегда нужно... В общем, друзья, сегодня я с таким вот скином ужасным, как вы видите, да. Сейчас я... Фу ты! Виза... Блин. Всё. В общем, друзья, сегодня я решил записать для вас ролик по зомби-апокалипсису. И как вы видите, играет такая спокойная музычка. Да-да-да-да-да. Только я надо как-то эту музыку немного убрать. Просто прикольная музычка такая. Ну ладно, сейчас не об этом. Мы сейчас находимся на дереве, как вы видите. Да. Я нашел сундук. Так, слизь, молоко. А, помогите, горю, нет. И все мои вещи куда-то. А что это за сообщение такое? Был сожжен дотла, пока... Чего? Ладно, ладно, неважно. Ребят, если хотите выживание с модами, ну или что-нибудь, сериалчик какой-то с модами, то пишите это в комментарии, да, я обязательно посмотрю ваши комментарии. Но сейчас мы начинаем. Блин. Когда вы уже все сгорите. Ребята, вот за лаги серьезно, извините. У меня компьютер пока не мощный, но потом я обещаю, без лагов будет. Вот в следующем году где-то, например, нет. Обещаю то, что где-то в течение, либо в сентябре, либо в октябре, у меня будет мощный компьютер, я смогу нормально записывать ролики. Блин, я это, молоко выпил зачем-то. Да это мы, друзья, попали, интересно. Так давайте съедим морковку. Ребят, пока без камеры видео, я понял. А, хоть были и с камерой, но пока без камеры. 208, что это за 200? Походу, здесь кто-то до меня уже был. Сейчас я попробую, ребят, здесь. Настройка, настройка графики. Прорисовку лучше убрать. Говорят, то, что... Прорисовка не так сильно это лагает. Вот именно, вот вообще не лагает сейчас. О, сундучок. Так, ну как всегда, хлеб. Ну,
принципе, в Майнкрафте говорится, это и есть так. Хлеб, деревья, да, зубики. Книгу, плоть я книгу ставлю здесь. Кстати, здесь книга есть. Девочки, где эта книга? Ладно, нету ничего в этой книге. Ладно, выживать будем в этом зомби-апокалипсисе. Ребят, в общем, что я вам хотел сказать? В честь дня рождения Моджанг, ну или Майнкрафта, господи. Я решил снять это зомби-апокалипсис, да. Короче, заберем стекло здесь, блин, я это сделал, ну да ладно. Мне все равно, то, что я это сделал. Так, посмотрим. Так, давайте, пироги несите. Ой, ладно. Пирогов здесь нет уже давным-давно. Так, ладно, вот там дверь какая-то, интересно, что там такое. Господи, друзья, надо фонари подключать. Мне стрёмно как-то без фонарей. Так, еще нет, вот, когда фонари, здесь секретиков нету. Нету. Так, что это за дверь? Блин. А здесь есть освещение? Вот. Отлично. А здесь? Угу. Все правильно, в принципе, друзья. Все правильно. Ладно, берем грибы. И вот это. Ребят, скин я потом тоже себе установлю. Скин потом у меня будет. Да, да, да. Господи. Ребят, идем, может, отсюда уже. Я, конечно, сделаю это нашей базой. О, Кива. Ребят, кто знает, что такое киллер? Вот. В подвальчике. Рыба. О, так это может быть наша база? Ребят, это наша база. Все, я буду временно тут жить. Давно хотел, кстати, снять зомби-апокалипсис. На до головы не доходило почему-то. Все. Мы закрыты от зомби. Прикольно. Вау, close open. Закрыть, открыть. Ладно, давайте откроем пока. Потом вот закроем. Так, я запомнил, где это находится. Надо еды подобывать себе. Так, здесь есть. Где это там вообще? Можно выбраться как-нибудь туда. Так, ладно, идем. Идем по дорожке и никого не видим, просто бежим изо всех ног. Так, это та улица, на которой я был. Что это здесь? Роберт. Простите, это конец. Там что-то есть? Ой. Простите, больше не буду вас тревожить. Больше не потревожу. Господи, боже мой. Что было сейчас? Блин, надо еды найти, серьезно, голодаем. Блин, опять лаги пошли. Ладно. Есть тут где-то печка хотя бы какая-нибудь? Миски жечь. Да есть печка, блин. Они, тут даже печек нормальных нет. А это, ребят, не к вам. Это, господи, ко мне. Так, а кто такой Роберт? Ладно, давайте потом это узнаем. Но не сейчас точно. Давайте как-то сюда, что ли, заберемся. Так, давайте. Лейтенант третий. Ля-ля-ля-ля-ля. Карася. Вот. Что это здесь у нас такое интересное? Посмотрим. Фу, соленое. Скажем это. Давайте посмотрим. А, ничего особенного. Картинная галерея просто.
У вас тут печки есть. Фу, ты напугал. Ты чё тут сидишь? Так, всё. Штраф 300 рублей в месяц. Всё. И это наша миссия. Мы чиним. Ля-л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 я. Господи, сколько у нас уже там накопилось? Ещё сундук? И, блин, нам это всё не пригодится. Зачем я всё это вообще подбираю? А это какие-то, я так понял, парковки раньше были. Стоп, что здесь написано? Dead... Стоп, лагай здесь. Dead Inside. Мёртвая зона? Посмотрим. Я туда пойду, конечно же, как-нибудь. Как-нибудь мы туда, ребят, попадем с вами. Мы всегда любим приключения. Ломаем. Скорее, ломайся, ты уже тупая. Это, фу, все заново ломать. Ребят, долго ломается, но мы тут повисим немножечко. Да в смысле ты не ломаешься? Я же держу как долго. У меня лаги сплошные начались из-за тебя. Господи, ребят, у меня рука уже оттекла. Это делать, господи. Рука затекла. Глупый блок, ломайся. Хотя уже поздно. Надо это спать. Сейчас на базу вернемся. Все, наконец-то. Фух. Все, мертвая зона. Я к тебе иду. Ой. Че? Ну, как всегда, опять деревянный меч. А зачем нам рычаг? Привет, Василий, я тебя поставлю на базе. Ты будешь мой друг. Ребят, серьезно, это уже не шутки. Надо валить отсюда. Валим. Эти зомби меня никакие не достанут. Ребят, просто бежим на нашу базу. А где наша база? Yes. Господи. Пуха-па-пуха-па-пуха-па-пуха-па-пуха-па. Фух, успели куда-то хотя бы спрятаться. Так, а что в сундучке? Полутать надо? Ладно, не будем лутать сейчас. Ладно, 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 куда нам, ребят? Помогите кто-нибудь. Ладно, сырого говядину съем. Блин, зря я это сделал. Ну, давай. Главное печку найти, блин. Господи, боже мой, там свет какой-то я вижу. Ладно, это не важно. Именно здесь мы и появились. Где-то здесь именно мои вещи, господи. Господи, килл надо теперь писать. Килл. И чтобы быстро попасть в то место на ночение. Мы что-то не там где-то появились. Я пират. Господи, где мои вещи? Здесь где-то я их оставлял. Да где же они? Ё-моё. Поиск вещей. Объявляем объявление. Господи, дайте мои вещи. Бог Майнкрафта, ночь. Кто-нибудь херабрин хотя бы. Отдайте мне мои вещи. Ага, а вон они. Спасибо, Херабрин или Ночь. Вы мне помогли, спасибо, спасибо. Зарплата будет через месяц, через год. Пирожа. Птицы на восток. Все, на базу. Базука, базука, базука. Как будто здесь никого нет. Базука, базука, базука. Бежим на базу, 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 базу. Ай, это калитка.
этим лианам. Побежать я знаю, там этот вход в наш. А здесь? О, а я механизм увидел. Блин, где тут рычаг? Все, давай, открывай. Close open. Close. Все. У меня много здесь всяких штучек. Но печки нет. Кто-нибудь бы печку тут приберег. А за книжными шкафами что-то есть? Обычно секретики там делают. А то мне как-то интересненько стало. Кровать. Спи, моя радость, усни, господи. Спи, мой дьявол, усни. В доме погасли огни. Птички уснули в пруду. Рыбы уснули в саду. Ля-ля-ля-ля-ля. Господи, все. Новый день, наконец-то. Но это не к добру. Я вот туда хочу. Кирочку надо. Хоть зомби-апокалипсисе. Ай, это не делается, но ай-ай. Больно как-то очень. Блин. А да, музычка, милая моя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Веселый бегемотик, привет, зомбяк, я сейчас тебя убью своим мечом. Ты где там? Господи. А ну, получай. Все. А, мы этот сундук... Спавник. Давайте, короче, добываем дерево вот это и все, валим отсюда. Ой, глупый дождь. Эй, помогите! Ну давайте, кто на меня? Ты, господи, помогите. Так, мой верстак верните. Все, ай. Блин. Валим, друзья, валим. Вот сюда. Все, до свидули. Сами себя ешьте лучше. Полезнее будет. Все, еду. Фух, мы на чердаке. Ребят, вы это слышали или я один это слышал? Так. Господи, боже мой. Сколько там? Ребята, в общем, я думаю, пора заканчивать уже. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и удачи. Ок, я Чебурек. Я забыла это сказать в некоторых видео. Всем пока-пока. Блин, зомби, господи, он скорее прятаться. Все, пока. Сейчас, все. Ой, господи.